У меня уже рябит от чата. Как долго не кончать? Это хороший вопрос. Как долго не кончать? Для меня, вот мне, учитывая то, что у меня особенности такие организмы, что я долго не кончаю, очень сложно отвечать на этот вопрос людям, которые быстро кончают. Потому что я сам никогда с этим не сталкивался на самом деле. Но я тебе скажу вот что. На самом деле, это действительно важно. Это важная тема, потому что дело не в том, что она подумает о том, как ты кончил. Дело в том, что просто чем дольше ты трахаешь женщину, чем качественнее, как я изначально говорил, да, тем больше вероятность длительной подсадки на тебя. То есть подсадка на секс – это крутая фишка. Вот. Поэтому если из литературы, которую я знаю, да, вот есть Монтек Чиа, который этим занимался. Я читал его книгу, и у него там есть техники, как можно управлять этим оргазмом. То есть он рассматривал так называемый оргазм без семяизвержения. Прокачиваются определенные мышцы, которые ты используешь для того, чтобы задерживать вот это семяизвержение, да. Я тоже это делал, я тоже пробовал, но у меня самого не было проблем никогда с этим, поэтому, ну, не то что проблем, но просто у меня все происходит, я прям очень хорошо контролировал изначально эту историю, и поэтому я и без этих техник это делал все, но я знаю, что отзывы есть, вот те, кто по Монтеку Чиа тренировались, они действительно говорили, что у них есть прогресс в этом деле, и что они учились действительно испытывать оргазм без семяизвержения и контролировать вот это вот изначально. Поэтому попробуй прочитать эту книжку. Я забыл, как она называется. Просто найди Монтек Чиа, там много разной литературы, его много книг. Попробуй, посмотри. Он там очень хорошо описывает, там фотографии, картинки, какие мышцы там надо напрягать, как прокачивать организм свой и так далее.